Всем привет, с вами Channel 2. Сейчас мы будем играть третью часть Слендерина, подвал номер 3. Начнем. Я просто тупо просмотрел все рекламы. Изи. Так. Бежим. Вообще не страшно. Так. Ничего там. Так, бежим, бежим со всех ног. Давайте туда посмотрим. Посмотрим, что здесь. Так. Посмотрим. Ничего здесь пока. Закрыто. Да блин, опять ничего там. Вы что, издеваетесь? О, ключ. Что такое? Мне показалось или нет? Так, посмотрим. О, еще одна книга. Так, все. Теперь идем в другую комнату. Вот туда. Просто дверь и какие-то скрипучие. Так. Здесь ничего. Вообще не... Возьму еще одну книгу. Вообще не страшно. Так. Так, посмотрим, что здесь. Ничего там. Да блин. Так, идем и бежим совсем. Две минуты Слендерина не выскакивала. Посмотрим. Так. Закрыто. Еще один ключ. Так, взял еще одну книгу. Похоже, это и все. Все, теперь идем в другую комнату. Бежим, бежим со всех ног. Так, вот и все. Теперь другая комната. Давайте пойдем на эту комнату. Закрыто. Так, где ключ? А где эта книга? О, вот она. Вот книга. Взяли. Посмотрим. Так. Так. Так, бежим, бежим со всех ног. Так. Так, а где ключи? Они что, испарились? Еще одна книга. Если что. Так, окей. Бежим со всех ног. Я просто чихнул. О, ключ. А почему я его не заметил? Еще одна книга. Так. Так, бежим со всех ног. Закрыто. Все,
Все, все книги собраны. Все, бежим со всех ног. Ну что ж. Вот, видите? Короче, ребят, давайте будем на это заканчивать. Все, подписываемся, ставим лайк, нажимаем на колокольчик, пишем комментарии. Всем пока!